Григорию Засекину и не снилось. Всего через каких-то 400 лет небольшая крепость превратилась в индустриальный город-миллионник. Свой 429-й день рождения Самара впервые празднует столь масштабно. Мы видим, как меняется Самара, как хорошеет наш любимый город. И мы делаем все для того, чтобы наш город менялся из года в год и становился более красивым, более удобным, чтобы качество уровня жизни, чтобы настроение наших самарчан неуклонно повышалось. От имени губернатора с Днем города жителей поздравил председатель Самарской губернской думы. Этот праздник особенно дорог для нас. Он дарит всем самарцам чувство единства и причастности к исторической судьбе родного города, к его делам и его свершениям. Первые лица региона и города наградили почетных граждан Самары и области орденами, благодарственными грамотами. А после к памятнику основателя города Григорию Засекину возложили цветы. Сегодня замечательный день. Да и вообще, наверное, у природы нет плохой погоды для Самары. Так же было и год назад, когда мы открывали этот памятник. Память князя, который заложил город-форпост на восточных рубежах России, почтили не только самарцы, но и члены делегации из китайского города Хэйфэй и немецкого Штутгарта. О новых традициях, которые не позволят забывать прошлое, говорили все собравшиеся. Эта традиция, она какой-то вызывает подъем душевный. Она вдохновляет, я думаю, наш самарский народ на новые свершения. На благо земли Самарской и всей России. Очень здорово, на самом деле, для вот таких маленьких тоже это очень хорошо, чтобы они понимали, что знали, кто такой Засекин, и любили Самару. Самарец Олег Сафронов с сыном Леней пообещали, теперь они каждый год будут приходить к памятнику с цветами. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.